Клементий Владимирович, ну, во-первых, сдержали обещание, не 0-0, мягко говоря. Но Андрей, все-таки почему, да, вот 4-9, а не 9-4? Нет, я не слышу. Лучший вопрос за два года. Почему 4-9? Ну, потому что, наверное, там ребята с пляжа на мотоциклах есть, мы пока на велосипедах, наверное, поэтому чуть-чуть побыстрее. Скорость у них другие, конечно. Индивидуальное мастерство во втором тайме, который начинает играть ключевую роль, он сказывается. Ну и потому что все-таки игровая дисциплина, ну, просто третий, четвертый, пятый гол, это просто, ну, если такие голы пропускать, ну, получается 4-9. А вопрос, вот, что, можно ли вообще что-то сделать и что предпримете вот за оставшиеся до следующей игры примерно в 18 часов, 18-20 часов? Да, ну, я спать поеду домой, утром встану, посмотрю футбол, проанализирую, да, с помощниками обсудим. Что можешь сделать? Ну, вот уже есть какие-то банальные, элементарные вещи. Там есть люди, которые сегодня играли меньше, они посвежее. Они вполне возможно там добавят немножко нам завтра скоростенок. Ну и, в принципе, это, наверное, искусство. То есть играть. Вот второй матч, это есть первый матч, есть второй. Второй, это, конечно, надо из себя эмоции вытаскивать. Тем более после такого результата выжимать все, что можно, по максимуму. Но этому, ну, тоже, наверное, надо учиться. То есть вот смотришь там какие-то матчи НХЛ, например, когда люди играют там по 4 игры в неделю. И каждая игра у них все равно это такой, ну, огненная история. Поэтому, ну, что делать? Надо заряжать завтра, ребят, заряжать. Потому что чему-то научить за 18 часов невозможно. Подкорректировать какие-то нюансы можно. Хотя, в принципе, я сегодня очень доволен, в принципе, первым таймом и, по большому счету, тем, что ребята делали. Я еще раз говорю, что, ну, просто, ну, в свои ворота не надо забивать голы, просто привозить их. Простые, понятные, ну, элементарные. То есть чуть-чуть, наверное, добавить умение играть по счету. Все-таки 3-2 мы ведем. Да, и это вот есть какие-то, ну, я даже не знаю, рубиконы в каждом матче, да. Как надо начать его уверенно, надо где-то там перед перерывом тоже закончить, чтобы с хорошим настроением уйти в раздевалку. Ну и начало второго тайма, знаешь, говорю, если мы за смену пропускаем, сразу бы 3-2 превращается в 3-4. Ну, немножко мораль пускается. Это я говорю, нет, завтра только вот эмоции, 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 там, желания, эмоции. Еще раз говорю, на усталости все-таки игры, они там больше, ну, сводятся, наверное, к индивидуальным действиям, к мастерству, к желанию. Хорошо, спасибо большое, удачи в следующих играх.